Всем привет, сегодня поиграем в новую игру от подписчика под названием Evil Monk, стартуем. Так как игру, скорее всего, будем воспроизводить всего лишь один раз, попробуем посмотреть в ней полностью все. Все концовки, плохие, хорошие, постараемся игру пройти. Вот он, видите? Evil Monk, это значит злой монах. Но мы такие медленные. А, все, убили меня. Что? Смотрите, мы можем идти немножко быстрее, если я тяну мышкой. Фантастика. Это странный эмулятор. Я им уже писал в личку, смотрите, что у них джойстик занимает небольшую область, его нельзя растягивать на весь экран. И поэтому мы не можем бежать на максимальной скорости. Так, где монах? Похоже, он где-то забаговался. Это крест, как будто бы из монахини, да ведь? Еще некий намек. Evil Monk и Evil Nun. Мы сами нашли жертву. Это циклоп. Причем электронный, похоже. Или нет? Это не провода, это веревки. Свечи, их, возможно, нужно зажечь. Ты кто? Гаечный ключ. Забираем ключик. И куда ты улетел? А как выбрасывать? То есть мы его взяли в память игры. Лопату можно также взять? Тоже забрали. И все, игра, похоже, запоминает. Тебе нужны, видимо, спички. I want... Смотрите-ка, меня поймал монах, и на второй день он просто исчез. Я хочу вернуться домой, где мой дом. Кто-то написал светящейся кровью на стене. Здесь что у нас такое? Йоу! Я думал, это окно. Ты кто? Могила, да, похоже? Копнули. Отлично! Монаха я не вижу. Нашли кувалду. Это, похоже, могила внутри дома. Но они не раскапываемые. Это, видимо, создано для кругового движения. What I am I? Что? Кто я такой? Где можно ожидать монаха сейчас? Так, вокруг нет. Кстати, управление не идеальное, видите? Если я камеру останавливаю, она дальше продолжает по инерции вращаться. Искрит панель. Все. Мы ее, похоже, починили. Есть шкафчик, вам нужен ключ. Кстати, там спички. Да, коробок спичек. Синий диван. Тебя можно отодвигать? Похоже, нельзя. Красиво, да, синий диван? Такой прям насыщенный синий цвет. И черные обои. Есть крест. Но куда пропал монах? А, так я лазер отключил. Есть некая тропинка. Возможно, из старой крови. Но может и нет, просто грязь. Он подкрадывался. Так, бежим, похоже, на мышку, да? Бежим на мышку. Или не убежим? Ах ты гад, монах меня сейчас поймает. Давайте от него спрячемся. Допустим, за диван. Я могу сесть? Это не я. Это не я был. Вставай. Все, убил. День 3. Нам уже недалеко до конечной сцены. Мама, мне нужны друзья. Монах, нет. А он может сам по себе гулять? Нам нужно, чтобы он куда-то ушел. Но точно не вперед. Монаха, скорее всего, можно оббежать. У него на голове прибор Элизарова, который одевается специально для сращивания костей. Так, и мы оббегаем, ура. Обманули. Все, мы сейчас на максимальной скорости. Я джойстик сместил вверх, чтобы мы очень быстро шли вперед и очень медленно назад. Ах ты, догоняет, гад. Какой-то алтарь. Вам нужен какой-то ключ. Смотрите, он создал круговое движение, молодец. Мы кувалду уже брали. Это лодка. Нас сюда не пустят. Пока что просто убежим от него. Давайте запутаем его, йоу. Кстати, атмосфера интересная. Мрачная музыка, черные обои, причем не монотонные, а с цветами. Синие диваны.
и огонь. Мне кажется, разработчик может быть в будущем дизайнером. Легко. Цвета отличные подобрал. Так, и просто от монаха убегаем. Нам нужна фора. И вообще лучше, чтобы он про меня позабыл. Что для этого нужно? На. Отскочила. Да йоу, не забывает. В лодку нас явно не пустят. В данный момент я не хочу получать плохую конечную сцену. Мы очень много предметов нашли. Проглядываются слова через стену. Данная игра от подписчика. Он мне уже скидывал одну игру «Бешеный дед», но я ее на канале так и не показал. Так, еще картинка, кстати, была. Да, мы все-таки быстрые. Картина лежит. Так, а сколько от тебя бегать-то? Давайте попробуем данную картину скинуть. Может быть, за ней ключ? Разбросанные камни. Ну-ка. Картина с вороном. Мы спиной идем очень медленно. Ладно, просто убегаем. Курсор прям такой для экшенов. Как будто мы будем стрелять из дробовика. Ладно. Забегаем. Алтарь. Нам нужен специальный ключ. Прочитать не успеваю. Хорошо, будем разбивать тогда ящики, да? Где что здесь есть? Нашли сейф? Или меня убили? Ах ты, у нас 3 жизни. Вот мы и получаем плохую концовку. Все-таки проиграл. А, так то есть меня сожгли на костре? Ну там же уже был красный манекен. Хорошо, давайте заново. Стартуем. Сложность не выбирается. День первый, будем аккуратнее. Тем более сейчас можем бегать на максимальной скорости. 2 кровати. Что здесь написано? Мне нравится это. Мне нравится стоять. Мне нравится стоять. Или я хочу стоять. Монах. И направо давайте покажем. Ах-то, нельзя. Монах меня не заметил. Он ходит с бетонным крестом. Так, все, сматываемся. Ключ мы так и не нашли. Лопата. Ладно, хоть все берется в память игры. Очень удобно. Здесь нужны спички. Гаечный ключ. На него даже некоторое время я лез. Что мы здесь можем найти? Так, можно же садиться. Под стол не залезаем. Вот ключик-то. Впервые вижу. От чего-то? Может быть, от шкафчика? Тогда мы свечи подожжем. Пока монаха нет, сбегаем. Сейчас сразу же отключим лазеры. Панель искрит. Мы, похоже, этот щиток починили. Бам. И спички достаем. Ура, матчес. Да йоу, он был здесь. Спички, скорее всего, в памяти игры. Побежали поджигать свечи. Это не я? Это не я был. Ладно, убегаем. Ссылку на игру я оставлю в описании. Поджигаем. Поджигай быстрее. И просто сматываемся. Потом посмотрим. Все, убили. Да, здесь монах очень быстрый. Он в нужное место пошел. Мы пока исследуем дальше. Мы его отвлекли, получается. Так он, возможно, будет молиться сейчас. Это как дьявольский ритуал. Что здесь? Нужен ключик, да? Вам нужен кросс-кей. Что за кросс-кей? Я не боюсь. I'm not scared. Или я не напуган. А, мы кувалду не находили. Есть лодка. Как в Гренни третьей части. Вам нужен ключ от лодки. А, кстати, где кувалда? Это я, само собой, не помню. Но мы сейчас напоримся на маньяка. Скорее всего. Он не идет. Рядом с лодкой ничего нет. Монах, монах, монах. Кстати, давайте вообще отойдем вдаль. Вот сюда. И садимся. Он, возможно, не заметит. Пока просто посидим. Ну, хорошо. Развернулся, по крайней мере. Плохую концовку мы уже посмотрели. Надеюсь, еще игру пройдем. А потом специально еще попадемся.
Спиной идем. Он опять меня не заметил. Может быть, кувалда в нашей комнате была? Ю. Успел куда-то уйти. Либо его телепортировало. Свечи горят. Монах это, видимо, отвлекло. Что дальше? Можно сюда встать? Вам нужна одежда. Мы собираем дьявола. Вот это да. Где мы все это берем? Кстати, одежду же я находил. Нам нужна только кувалда. Снова попадусь, скорее всего. Давайте сядем здесь. Все, монах прошел к свечам. И мы резко прямо вылетаем. Йоу, это он и был. Все, конец. Вторая сцена плохая. Мы опять на свечах. Попалась та же сцена. Но свечи уже, кстати, горят. Еще раз, конечно же. Сейчас будем искать кувалду. Почему в первый раз все находится намного легче? Вот, мы здесь ее нашли. Нужно копать эти кучи угольные. Хорошо. Побежали за ключом от шкафчика для начала. Потом возьмем лопату. Посмотрим за ним издалека. Пошел как раз таки к жертве. Ключ от шкафчика. Если мы его возьмем, успеем ли мы вернуться? Да скорее всего нет. Да, все, ждем монаха. Видите, разработчик создал круговое движение, чтобы нам хоть какую-то защиту от него дать. И мы, если честно, еще монаха не рассмотрели вблизи. Да, у него аппарат Элизарова или просто песочные часы на голове. Он, похоже, ломал шею. У него сейчас шея срастается. Лопата есть. Гаечный ключ есть. Можем копать, достать кувалду. Да, пока издали давайте смотреть, потому что он хитрый, сейчас зайдет ко мне и там меня устранит. Да, он как раз таки обратно и шел. Копаем. Кувалда у стены. Так, хорошо. Он, возможно, в эту комнату и не заходит. Если пойдет до креста, мы с вами лазер отключим. Подождите-ка. Так, все к себе. Можно посматривать из-за двери. Все, молодец. Мы с вами чинить лазеры. Сначала возьмем спички, потому что, возможно, он понимает, что лазер отключен, значит, здесь кто-то стоит. Отключили. Чинимся и резко направо, чтобы убежать от монаха, если что. Бам. Да йо, вот он здесь и был. Фантастика. Но я успел, по крайней мере, лазеры вырубить. Да йо. Смотрите-ка, игра вроде бы простенькая, но монах не дает покоя. Залетаем сюда. Круговое движение, да? Я здесь. Оббегаем, йоу! Попался. Третий день. Все, отлично. А вот теперь выдвигаемся на поиски всех предметов. У нас не хватает ткани. Мы ее забираем как раз таки за доской. Нам дьявол, похоже, что-то выдаст. Здесь была ткань. Да, смотанная ткань. Ключики также могут висеть на стенах, конечно же, легко. К лодке у нас доступа нет. Спасибо разработчику за круговое движение. Кто там стоит? Просто прижимаемся к стене. Его нет нигде. Нужно дьяволу отнести дары. Побежали. Может сначала одеть одежду, потом поджечь свечи. Да, он оставил свой крест. Тему поджигаем. А, свечи автоматически подожглись. Как это? Йоу. Так, я, кстати, запутался. Бери. И атакуем его, да? Нет. Он молится этому существу. Мы его одели.
Фантастика, еле вырвались. Взяли какой-то ключ. Возможно, как раз-таки ключ от алтаря. Да, там камеру раскрутило очень сильно. Будьте осторожны. Идем с крестовым ключом к алтарю. Сейчас свечи тоже загорятся явно. Да, точно загорелись. Нам выдали ключик. Возможно, от лодки. Ключ от лодки? Очень странно. Она же на веслах. Ну хорошо. И мы, получается, уплываем. Вы покинули это странное место. Поздравляю. Возможно, мы с вами посмотрели полностью все. Но зачем тогда тот самый крест стоит? Давайте посмотрим. Вдруг есть еще одна плохая концовка. Пробуем попадаться монаху. Специально прямо вот здесь. День 2. Сейчас на лазера напоримся. Что нам скажут? Быстрее к лазерам. Кто быстрее, монах или лазеры? И влетаем прямо. Ах ты. Вам нужно отключить лазеры, написано. Меня монах устранил. И прямо к нему. Да, все еще я вешу на кресте. Там слева на стене была даже лопата. Похоже, в игре одна плохая концовка. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня прошли инди-игру Evil Monk от подписчика. Ему за проект отдельное спасибо. С вами был Топси. Всем пока.